Продолжаем выпуск. Граждане Казахстана теперь могут пригласить иностранцев в нашу страну всего за 5 дней. Причем для этого им не нужно идти в миграционную службу. Достаточно зайти на визово-миграционный портал и воспользоваться электронной услугой. Ранее, чтобы оформить приглашение на въезд, необходимо было собрать пакет документов, приходить лично и ждать ответа 30 дней, а то и больше. Как воспользоваться самой востребованной миграционной услугой в нашем следующем сюжете? Министерство внутренних дел Казахстана перевело услугу приглашения иностранца в электронный формат. Теперь эту услугу можно получить, не выходя из дома, за 5 дней на визово-миграционном портале www.vmp.gov.kz. Прежде оформление этой услуги осуществлялось в бумажном виде и отнимало много времени. Необходимо было собирать документы, тратилось от 30 дней и больше. Воспользоваться ей могут все жители республики для приглашения граждан из стран дальнего зарубежья. Жителям СНГ такая виза не нужна. Любое юридическое либо физическое лицо может воспользоваться интернетом при наличии электронно-цифровой подписи, войти на визово-миграционный портал, оформить приглашение иностранного гражданина по визам категории B1, B2, B3 и B10, то есть в деловом порядке и в частном порядке. К слову, услуга платная и стоит 1262 тенге. Оплата производится также в режиме онлайн. Затем это приглашение поступает в электронном формате нам. Мы рассматриваем в течение 5 дней, значит, одобряется, то есть дается положительное заключение. Значит, ходатайствующее лицо видит номер визовой поддержки и также в электронном формате отправляет иностранному гражданину, которого собирается пригласить. В свою очередь, приглашенному иностранному гостю достаточно заполнить 10-значный регистрационный номер на визово-миграционном портале. И в течение 15 минут он получает электронную визу для въезда в нашу республику, которую достаточно распечатать и показать при прохождении паспортного контроля на границе Республики Казахстан. В Кустанайской области электронной услугой приглашения иностранца уже воспользовались 50 человек. Хамза Нурпейсов, Балсло Ликенова, РТН. К другим темам. В правительстве Казахстана обсудили новую программу по развитию системы образования на 2020-2025 годы. Особый упор будет сделан на колледжи и вузы страны. Для студентов полностью обновят образовательную программу. К тому же некоторые университеты могут стать колледжами или вовсе лишиться лицензии. Подробности у моих коллег. В правительстве Казахстана обсудили новую программу развития образования и науки на 2020-2025 годы. И главным направлением станет стопроцентное обновление образовательной программы в вузах и колледжах. Ориентиром являются требования будущих работодателей. И теперь уже мы говорим нашим университетам и колледжам, что все ваши программы должны соответствовать ожиданиям работодателей. Если мы говорим об IT, и работодатель говорит, что сегодня для айтишника самыми нужными языками программирования является там условно Python, C++, PHP, то, соответственно, в наших университетах мы должны в образовательных программах заложить именно эти языки программирования. По словам министра, сейчас работодатели говорят и формируют те компетенции, которые хотят видеть в выпускниках. Так уже подготовлено 100 новых профстандартов. До конца года цифру планируют довести до 400. Кроме этого, по программе ЖАС «Маман» будет обновлена материально-техническая база 180 колледжей по стране. Для этого предусмотрено 58 миллиардов тенге. Асхат Аймагамбетов также напомнил, что стандарты должны соблюдаться, и рассказал о судьбе вузов, где приостановили лицензию. По одному вузу мы уже направили документы в суд для того, чтобы лишить их лицензии. Подготовлены документы еще по нескольким вузам для того, чтобы теперь уже полностью лишить их лицензии. Приостановление – это такая временная мера. Но такая судьба может ждать и другие университеты страны. Коснется это тех, где стандарты не соответствуют общепринятым. В таком случае, по мнению министра, есть несколько вариантов. Первый – это добровольное объединение университетов, где не хватает кадров, общежитий или технической базы, чтобы дополнить друг друга. При объединении будет достигаться определенный эффект. Это раз. Два – мы будем проверять и лишать лицензии. Три – мы будем, значит, университеты
Некоторые университеты должны стать колледжами, некоторые институтами, некоторые академиями. Что касается школьников, то по программе предусмотрен переход на 12-летнее образование, новая система разработки экспертизы и издания учебников, совершенствование критериального оценивания. Поэтому мы считаем, что обучение в школе является очень необходимым и жизненно важным. С этой целью мы будем обеспечивать необходимые условия для того, чтобы ребенок был счастлив в школе и с удовольствием ходил в школу. Вот это важная задача. Стоит отметить, что родительская общественность обратилась в Министерство образования с просьбой разрешить обучение детей на дому. Не только по состоянию здоровья, но и по желанию. Асхат Аймагамбетов указал, что сейчас этот вопрос рассматривается ведомством. Наталья Луговская, Камила Салкымбаева, РТН. Статуэтки УМИД и грамоты от Акима города сегодня получили самые одаренные школьники Кустаная. Юные спортсмены, призеры и победители Олимпиад стали гостями на специальном новогоднем балу, где и были отмечены наградами. Камила Салкымбаева пообщалась со школьными лидерами и узнала их секреты успеха. Все эти ребята еще учатся в школе, но они уже успели достигнуть определенных успехов в разных сферах. К примеру, Аруна Галымжан несколько лет назад решила углубиться в изучение языков. И теперь она завоевывает призовые места на республиканских олимпиадах. Нужно всегда задумываться о том, что тебе больше всего нравится. Если человеку нравится больше просмотр фильмов или ему доставляет удовольствие прослушивание музыки, я считаю, это тогда нужно слушать музыку и смотреть какие-либо фильмы на этом самом языке. Не нужно насильно себя заставлять изучать, иначе это не даст никаких результатов. Успехи в учебе привели Аруну на новогодний бал Акима города. Здесь ежегодно чествуют лучших из лучших. Сегодня в зале собралось 105 таких учеников. Традиционно уже на протяжении 10 лет мы проводим елку лидеров, где собираются самые лучшие учащиеся, которые приносят нам победы и результативность. Это и спортсмены, это и творческие дети. Заслуги ребят отметил Аким города. Под аплодисменты учителей и друзей 16 ребят поднялись на сцену и получили грамоты от главы города и статуэтку УМИД. Кустанайским школьникам и учителям есть чем гордиться. В нашем городе целенаправленная работа по развитию детской отдаленности является приоритетным направлением каждой образовательной организации. В общую политику, в общую копилку города вносит свой вклад общеобразовательные школы, школы комбинированного типа и представители инновационных школ. Многие ребята на этом балу не впервые, потому что в своих школах они уже стали настоящим примером для подражания. И у каждого из них свой секрет на пути к победе и свои впечатления от побед и наград. Мне нравится в этих мероприятиях то, что они стимулируют нас, детей, на то, чтобы мы открывали новые какие-то, не знаю, проекты, создавали открытия. Хорошие впечатления. Хорошо узнавать, когда ты побеждаешь, особенно когда призовые места. Ну и не стоит расстраиваться, когда ты не взял место. Участие тоже это важно. Сегодня все было для юных умов. Кустанайские артисты пели новогодние песни, танцевали и даже показали цирковое шоу. Виктор Ваташко, Камила Салкымбаева, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.